Здравствуйте! Прошлая игровая неделя в континентальной хоккейной лиге была короткой. Играли только в понедельник и во вторник. Поэтому наш обзор будет состоять из двух матчей. Артем Батрак и Кирилл Корнилов для вас. В понедельник, 5 ноября, 7 матчей было запланировано в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Были сыграны матчи «Динамо-Спартак», «ЦСКА», «СКА». Но самый интересный матч, на наш взгляд, прошел в Подольске, где «Витязь» встречался с «Локомотивом». И счет в матче открыли хозяева — Александр Семин. На 8-й минуте открыл счет в этом матче точным кистевым броском. Шайба попадает в Александра Салаха. И затем вратарь ярославской команды заваливается в ворота. И там, похоже, как раз-таки из-под него шайба и залетела в сетку ворот. Да, Семин, в общем, набросил. А дальше уже где-то, может быть, немножко и повезло хозяевам. Следующая шайба в нашем матче очень красивая в исполнении Данила Апалькова. Неудобной руки, как дал его в дальнюю девятку. Но «Локомотив» быстрая команда вообще по этому сезону. И вновь очередная быстрая контратака. Брэндон Козен делает передачу на Апалькова. Апальков смещается чуть в угол, обыгрывает Александра Евсеенкова. Из неудобной руки бросает над блином Йони Ортио. Для Данила Апалькова эта шайба становится пятой в этом сезоне. А результативную передачу записал также на свой счет Рушан Рафиков. Дальше мы продолжаем смотреть фрагменты первого периода. И вот таким образом «Локомотив» выходит вперед. Это шайба Дениса Алексеева, причем шайба, заброшенная в большинстве. Ну тут что, выиграли вбрасывание на синюю линию. Шайба пришла потом вперед. Ну вот как раз, да, на синей линии потом. К борту передач, бросок поворотом, а дальше пошли добивать. И в итоге Алексеев коснулся шайбы последним. А Верин и Санников в ассистент в этой шайбе. Но получается так, что первый период получился самым результативным в этой игре. 4 заброшенные шайбы. Но на этот раз «Витязь» отвечает очень быстро. Александр Шевченко получил свой шанс сыграть в континентальной хоккейной лиге. Один из лучших нападающих в высшей лиге прошлого сезона. Забросил свою первую шайбу в КХЛ в этом сезоне после передачи Александра Евсеенкова и Никиты Выглаза. Очень хороший бросок у Александра Шевченко. Здесь получил он передачу от 7-го номера «Витязя» и точно бросил в дальний верхний угол ворот Александра Салака. Поздравляем Шевченко, и правда, заброшенный шайб. Всегда приятно. Дальше второй период, и команда прямо опять достаточно бодро начали. Забивает «Витязь» первым. Это делает Денис Кокарев. Очень много в этой шайбе сделал Артем Швец-Роговой. Давайте посмотрим. Во-первых, Швец-Роговой обкрадывает Павла Красковского. Казалось бы, поехал за ворота, но скидывает шайбу на ближнюю штангу в тот момент, когда Александр Салак уже якобы начал двигаться к дальнему штанге. И в итоге Денис Кокарев забрасывает шайбу в незакрытый вратарем «Локомотива» угол. И правда, отмечаем, конечно, и Швец-Роговой, который, в принципе, этот гол создал. Прошло меньше 3 минут, и «Локомотив» смог в очередной раз сравнять счет в этой встрече. В четвертый раз одна из команд догоняет одну из команд. Степан Санников после передачи Максима Осипова и Егора Аверина делает счет 3-3 на 25-й минуте. Ну, тут Санников осталось просто в пустые попасть. Бросок, и отметим именно пас Егора Аверина, потому что тут, конечно, и Осипов отличился, да, в протоколе, но он не попал по воротам. А вот пас Аверина — это, конечно, ключевое. Но это вновь игра в большинстве. И отмечаем, что достаточно удалений было в этой встрече. Однако «Локомотив» забросил 2 шайбы при игре в неравных составах, а «Витязь» ни одной. Но «Витязь» забросил 4 шайбы при игре в формате 5-5. И давайте посмотрим, как влетала в ворота 4-я шайба. Вот такой вот момент. Александр Никулин на пятаке разобрался сразу с 3 игроками ярославской команды и с неудобной руки отправил шайбу низом мимо Александра Салака. И вывел «Витязь» в очередной раз вперед. Отметил бы то, как агрессивно играл «Витязь» в этой смене. Давили, прессинговали. Тут и Макеев, в принципе, поучаствовал в этой шайбе, да. С Никулиным они ее забрали. Дальше может быть где-то удача, может быть где-то быстрые руки. Но, в общем, Никулин снова выводит «Витязь» вперед. Дальше внимание сейчас и на синюю линию, и вообще на экран, естественно. Потому что «Локомотив» сравнивает. Но
Дальше начинается очень интересная история, потому что для начала Витязь запрашивает, да, судей посмотреть на предмет помехи вратарю, который, в принципе, ну, даже так при беглом взгляде на момент найти достаточно трудно, но тем не менее. Изначально шайбу записали на Григория Денисенко, который и добил шайбу в ворота после броска Артура Каюмова. Эдуард Одинч смотрел повтор на предмет помехи вратарю. И здесь, вот с этого повтора, мы четко видим, что Денисенко никак не мешал Йони Ортю. И, соответственно, Эдуард Одинч засчитал эту шайбу. Но на этом игровой эпизод не закончился, потому что Белов берет еще один запрос, на этот раз на положение вне игры. И уже лайнсмены встречи, Даниил Захаров и Максим Куприянов, поехали смотреть повтор. И здесь уже все было гораздо интереснее. Да, вот сейчас внимание налево, на левую часть экрана. И вот как раз Рушан Рафиков там-то чуть мы раньше. Не увидели. Рушан Рафиков чуть раньше заехал в зону атаки. И после вот этого видеопросмотра определено, что взятия ворота не было. Было положение вне игры. Павел Овчинников развел руки в стороны. Да, вот такой интересный момент. И, конечно, ему отдельно внимание мы уделили. Отметим, конечно, и тренерский штаб Витязя. Да, и в этом сезоне я напомню, что тренер команды может брать неограниченное количество запросов на положение вне игры, но при каждом неправильном запросе на вне игры команда будет наказываться малым штрафом за задержку игры. В этот раз Белов угадал, и Витязь одержал непростую победу со счетом 4-3. Хороший хоккей был в Подольске. 6 ноября это был последний игровой день перед международной паузой на Евротур, на Кубок Германии. И всего лишь два матча было сыграно. В одном из них Йокерит приехал в гости к Северстали. Йокерит и Северсталь на тот момент потерпели по 3 поражения подряд. И счет в этом матче был открыт под занавес первого периода. Автором заброшенной шайбы стал защитник Йокерита Виктор Лев. После передачи Сахари Манина и Сами Лепести 50-й номер Йокерита открыл счет в матче. Дальше второй период, в котором Йокерит забрасывает еще одну и делает это Мик Ниеми. Кстати, не очень-то и просто ему было поднять шайбу в этой ситуации. Там и руки прямые были, да и, в принципе, времени немного, да и равновесие Ниеми потихонечку терял. Но все-таки смог поднять шайбу в ближнюю девятку. Тут даже где-то немножко и Фурх удивился. Так, обернулся, посмотрел на свои ворота, а шайба оказалась там. Ну и Йормак с Мяки, конечно, помогли Ниеми забить. У Северстали, конечно, колоссальные проблемы в этом сезоне. Это самая малозабивающая команда континентальной хоккейной лиги. И вот так была заброшена третья шайба, также под занавес второго уже периода. Макс Вярн забрасывает свою первую шайбу в этом сезоне в континентальной хоккейной лиге. Хотя вот мы видим на экранах Джеффа Плетта, все-таки Макс Вярн смог подставить клюшку. Вот здесь Стив Мозес врезался в Доминика Фурха. И пока Доминик Фурх разворачивался после еще одного столкновения с Даниилом Вовченко, Джефф Плетт нанес бросок поворотом, и Макс Вярн подставил клюшку под бросок 16-го номера. Счет стал 3-0. Ну, вообще, я очень рад, что Макс Вярн вернулся. Хороший хоккеист для континентальной хоккейной лиги. Ну и как же без шайбы Марка Антилы? Потому что она у него уже 9-я в этом сезоне. Причем вот просто Антилы бежит, хоть зону бросает. Один из лучших снайперов Йокерита, на самом деле. Больше, по-моему, заброшенных шайб только у Есси Йоинсу. 10 голов. Ну и, да, действительно, Йокерит одерживает сухую победу. Северсталь держит 4-е поражение подряд. И эта игра становится для Александра Гулявцева последней в качестве главного тренера череповецкой команды. Кирилл Корнилов, Артем Батрак. До свидания. Всем пока.